Всем привет, меня зовут Егор, и сегодня я хочу просто прокачать ратушу до 15 и посмотреть, сколько уйдет гемасов. Приблизительное количество гемов будет в конце ролика, я скажу или напишу на экране. В общем, смотрите, поставьте обязательно этому ролику лайк. Кто кушает, приятного аппетита. Обязательно подпишись на канал, если ты еще не подписан. Напиши в комментариях, хочешь ли ты видеть что-то подобное. Если да, то напиши плюс. Я просто буду еще так за гемы ставить и за гемы это моментально поднимать. Не знаю, сколько времени на это у меня уйдет. Очень много, так, начинаем. Я буду вырезать некоторые моменты, чтобы этот ролик не затянулся у вас на очень много времени. Поэтому я просто буду качать все за гемы. То есть ставлю на прокачку, за гемы моментально поднимаю. Я не буду качать только лабораторию, не буду качать заборщики и не буду качать ловушки и стенки тоже. А все остальное я буду качать вот таким вот темпом. Мне кажется, примерно уйдет 1800 гемов, может даже больше. В общем, посмотрим. Я думаю, что это будет весьма-весьма интересный такой, моментами может скучный ролик, но в принципе для расслабона можете посмотреть, может вам что-то и понравится. Я буду периодически включаться на определенной ратуше, говорить, сколько я прокачал, сколько у меня гемасов ушло, чтобы вы примерно понимали, и в принципе, думаю, да, будет интересно. Вот я докачал все до 4 ратуши, качаю пушки, это все качается вроде бы недолго, но за гемасы у нас много-много-много гемасов. Вот, если ты хочешь также покачаться на такой деревне, то пиши в комментариях, и у тебя будет такая возможность. Если под этим роликом наберется, добавить, допустим, 50 лайков, то будет вторая часть, где мы тратим гемасы на героев и на лабораторию. Посмотрим, сколько уйдет на это все также гемов и ресурсов. Ну а я пойду дальше докачиваться. И вот спустя немножко времени я тут поднялся. У меня ушло где-то буквально, может, около 10 тысяч гемасов. Я тут прокачался. Да нет, меньше, где-то до 10 тысяч гемасов. Я вкачал ратушу до 5, вот. Опять же, все прокачивается потихонечку. За гемасы тратится, и все. У меня пока 20 уровень. Заодно посмотрим в конце, какой уровень я подниму, потому что тоже это будет интересно, какой левел я смогу себе загнать. Опять же, мы не трогаем стены, мы не трогаем ловушки, мы не трогаем сборщики. Потому что, ну, и юнитов мы не прокачиваем с героем, потому что это очень дорого, это очень-очень долго. Но, опять же, если вам понравится, то прокачаем. И поэтому я пойду дальше качать все это дело. У нас, кстати, там много открывается разных достижений, но это не важно. Я пойду дальше качаться и встретимся с вами, наверное, на 9 или на 8 ратуше. Впрочем, посмотрим. Итак, я докачался до 9 ратуши, ставлю арбалет. И я потратил порядка 70 тысяч гемов, чтобы докачаться с 2 ратуши до 9. То есть качать полностью деф, качать все-все-все, кроме тех построек, которые я говорил в начале ролика. То есть ушло весьма много. То есть мы прокачали только 9 ратуш, то есть еще, грубо говоря, до фула целых 6, а уже 70 тысяч гемасов нету. Это очень и очень много. Героев я не трогаю, то есть вот, и юнитов я тоже не трогаю. Я их не качаю. Чисто там вот основные постройки, все-все-все, кроме сборщиков. Это весьма-весьма. И ТХ-11. На ТХ-11 уже ушло больше, уже ушло порядка 170 тысяч гемов. Кстати, оказалось, прокачал только 2 ратуши, но тут постройки уже дорогие, долго качаются некоторые, и весьма затратно за то, что поднимать их за гемас. То есть это очень сильно бьет по карману, поэтому, короче, да. Я пойду качаться дальше, думаю, мы увидимся там на ТХ-13, либо на ТХ-12, посмотрим. Да, я на ТХ-12, и уже больше 200 тысяч гемов. 200 тысяч гемов ушло с кармана для того, чтобы вкачать ТХ-12. Очень-очень все дорого, тут уже дни увеличиваются, уже очень долго ждешь, если бы это я ждал просто. На это бы ушло очень много времени, у меня, к слову, 102 уровень, ТХ-12. Вот, и как бы да, поэтому идем дальше. Дальше у нас будет ТХ-13.
13. Я хотел бы на ней остановиться, но решил, значит, ТХ-14, потому что да. ТХ-14 тоже качано до фула, 132 уровень, потрачено было, чтобы вы понимали, 369 тысяч гемансов. Просто я немножко тут обновился, и гемансы обновились. То есть ушло очень-очень много. То есть, а нам еще вкачивать целых одну ратушу и куча-куча построек. На самом деле, если так задуматься, то за все игровое время, если ты качаешься не за гримаса, если ты не начишь, у тебя уходит очень много времени реального, у тебя уходит большое количество ресурсов, только на один забор там триллионами, миллиардами уходит ресурсов на один забор. Но, блин, это просто нечто, потому что если бы на твоем аккаунте было там 600 тысяч гемасов, насколько мы бы прокачались, также просто за один ролик, но ты бы смог, в принципе, прокачаться, к примеру, с первой до, там, не знаю, до 11-12 ратуш, это максимум, вот так же качать, как я, постройки, не качая юнитов, героев, только качать основное все. Но, опять же, юнитов-то все равно нужно качать, героев нужно качать, это как бы да. Поэтому я сейчас скачиваю ратушу, вот, до максимальной пятой звездочки. И, в принципе, все, ратуша фуловая. Вот, буду докачивать все здания. И, в принципе, все. Так что, как-то вот так. И общий, значит, общий подсчет. Общий подсчет, могу сказать то, что на все эти постройки, на все, что я качал, ушло буквально все вместе около 700 тысяч гемов. Это очень-очень много. Поэтому, если у тебя есть много денег, можешь задонатить и как бы пополниться гемасами и прокачаться. Но лучше задонать мне. Ссылка есть в описании, кто решит поддержать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.